Главными организаторами мероприятия выступили военно-патриотические клубы «Ангел» и «Стрела». Началась встреча с общего просмотра видеопрезентации о жизни Михаила Калашникова. Ребята узнали интересные факты из биографии легендарного оружейника, а также историю его трудовых подвигов. Далее воспитанники военно-патриотических клубов продемонстрировали свое мастерство в сборке-разборке автомата Калашникова. Юные защитники Родины смогли поближе познакомиться с главной разработкой великого конструктора. Указательным пальцем нажимаешь магазин. Нажимаешь, Автомат Калашникова стоит на вооружении регулярных армий более 50 стран. Автомат надежен и достаточно прост в обслуживании, даже при небрежном уходе, в самых тяжелых условиях. Кроме этого, полный курс обучения владения автоматом составляет всего 10 часов. Участники клуба смогли собрать и разобрать автомат Калашникова за 40 секунд, тем самым выполнив армейский норматив. И что удивительно, иногда девчонки с этой задачей справляются гораздо лучше парней. К оружию нужен особый подход. Всему можно научиться, и это не сложно. Ребята с удовольствием примерили на себя образ солдата и не скрывали своего восторга от мастер-класса. Я очень люблю оружие и люблю его изучать. И мне было интересно, как устроен АК-47 Калашников. Организаторы мероприятия надеются, что военная подготовка поможет ребятам избавиться от страха перед армией и стать настоящими защитниками Отечества. Прежде чем даже идти в армию, они как должны знать, допустим, кто создатель, кто что сделал. Чем они больше будут знать об автоматах, о вооружении, тем больше будет развитие для них самих. В завершении мероприятия дети сфотографировались с автоматом Калашникова и сделали общую памятную фотографию. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.